Готовлю игрушкам. Тут тоже ничего нет. Мне кажется, нужно посмотреть в ящичко. Ты права. Так. Здесь тоже пусто. И здесь ничего. Должно же быть хоть что-нибудь. Не переживай, Блум, сейчас найдем. Стелла, Блум, привет! А что вы делаете на моей кухне? Привет, Лея! Мы искали чего-нибудь сладенького. Сладенького. Я знаю, что вам приготовить. Но сначала я надену фартук. Так. Вот. Так. И колпак. Лея, а что ты нам приготовишь? Я приготовлю вам вкусные конфеты на палочке. Класс, давай скорее начнем готовить. Для конфет мне потребуется пластилин. Зеленый, фиолетовый, розовый и голубой. Мне нравится фиолетовый, а мне розовый. Класс! Розовый! Отличный выбор! С него и начнем! Сделаю небольшой шарик. Готово! Раскатаю скалочкой. Лея, а можно мне попробовать? Конечно, Блум! Как здорово! Мне так нравится готовить! Молодец, Блум! Вау! Неплохо! Ну, Лея, я же фея! Я умею все! Для наших конфет мне потребуется формочка! Ну, надавлю посильнее! Лишний пластилин уберу, снимаю формочку, и наша конфетка готова. Выкладываю на тарелочку и делаю конфетку для тебя, Стелла. Класс, а я буду тебе помогать. Отличная идея, я не возражаю. Как здорово. Эта конфетка будет в форме сердечка. Готово! Выкладываю на тарелочку и сделаю еще конфеты из голубого и зеленого пластилина. А теперь мне понадобятся специальные палочки. Палочки? Очень интересно. Лея, а зачем тебе палочки? Сейчас покажу. Чтобы получились конфетки на палочке. Здорово! Конфетки на палочке! Готово! Но это еще не все. Сейчас мы их украсим. Лея, а чем мы украсим конфеты? Мы украсим их блестками. Обожаю блестки! Зеленую конфету я сделаю с оранжевыми блестками. Смотри, какая красота у меня получилась.
Спасибо, Лея, мне тоже очень нравится. Блум, а какие блестки выберешь ты? Мне очень нравятся оранжевые. Спасибо, Лея. Большое спасибо. Стелла, Блум, угощайтесь. Конечно, у нас как раз остались конфеты. Упакуем их в красивую коробочку. Завяжем коробочку красивой ленточкой. Спасибо, Лея! До встречи! Пока, феечки! Теперь и ты знаешь, как приготовить такие конфетки на палочке своим игрушкам. Приходи ко мне снова на мою волшебную кухню. Пока!